очень важных очка. Но я скажу, что Северосталь сегодня играла очень здорово. Хотел бы тренера поздравить. Ну, то... Есть хоккей, ты выигрываешь, да? Есть хороший хоккей, но ты проигрываешь иногда. В третьем периоде у Северостали было много хороших моментов. У нас удачно очень, здорово сыграл вратарь. Спасибо вам большое. А так я считаю, что равная игра, хорошая игра. Играли две команды, которые хотели сегодня выиграть. Вот это я хотел сказать. И пожелать Северостали удачи. Да, скажу, что где-то игра, может быть, была равная. Может, где-то второй период мы нефтехимик владел инициативой. Где-то мы переиграли сменки. То есть из-за этого у нас одни, так скажем, были в тонусе, одни подуставшие. Тем не менее, дотерпели. На третий период немножечко у нас не хватило концентрации. То есть совершили ошибку, пропустили гол на контратаке. Ну и сложно что-то комментировать, когда в графе забитые ноль. Так что с нулем матчи не выигрываются. Еще раз говорю, не дотерпели мы. Но тем не менее, голову пепла не посыпаем. Еще раз говорю, готовимся серьезно к Барсу. Сегодня мы очень хорошо настраивались, но допустили на одну ошибку больше.